Здравствуйте, с вами магазин Автозвук UA. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Osram на цоколь H7. Температура свечения 6000 кельвинов. Артикул данного комплекта 65210CW. Поставляется в фирменной упаковке данные лампы. Производится, как заявляет производитель, в Италии. Давайте рассмотрим комплектацию. Вот так вот упаковано все у нас в комплекте. Здесь находится инструкция по установке. Также две лампы. Одна и вторая. Довольно качественно все упаковано, в принципе, как всегда у компании Osram. Две стяжки есть для монтажа. И сами лампы. Лампы мощностью 14 Вт, имеют две системы охлаждения, одну активную, вторую пассивную. Активная система – это встроенный небольшой кулер. Вторая система – радиатор, и то, что сама лампа сама полностью металлическая. На каждой лампе используется по 6 светодиодов высокой интенсивности. Подключение стандартное, плюсовая-минусовая клемма. Подключается на питание как 12, так и 24 вольта. На проводе подключения имеется небольшой драйвер. Вот одну из ламп мы сейчас подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как же она будет отсвечивать. Подключаем питание. Лампа загорается. Немножко слышно, как работает кулер. Цветовая температура 6000 кельвинов, как мы видим, она таковая и есть, чисто белый световой поток выдает лампа. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.